Собственно, это и не учеба даже, при том, что сначала взрослые люди в форме МЧС преподнесли своим слушателям теоретические знания. Это игра, интересная и увлекающая. «Безопасность на все 100», так она называется. На сотню вопросов после мини-лекции ребята и отвечали. Очень даже правильно. Но если чуть только какая осечка была, и то у самых маленьких. Зато с использованием средств индивидуальной защиты детвора справилась. Нравится. И охота быть пожарным. Хоть сейчас на дефиле, подумаешь, чуток великовато. Для мальчишек-то главное вообще не в одежде кроется, в самой профессии. С чего начинать, юные спасатели и продемонстрировали под шумную поддержку друзей. Формирование у детей культуры безопасности жизнедеятельности – это одна из постоянных форм работы МЧС. Статистика свидетельствует о том, что происходит снижение пожаров по причине детской шалости, и количество гибели детей на водных объектах также планомерно снижается. Эту статистику украшает собой внимание солидного ведомства к детству. Газ, огонь, вода. Эти стихии могут обрушиться совершенно внезапно. Выходу из сложной ситуации и обучают ребят сотрудники МЧС. И делают это азартно, весело и красиво. Так, чтобы у ребят все само собой, все навыки и укладывались. Теперь все умеете? Да! А за это и награды почетными грамотами МЧС, сувенирами. Такие встречи прошли в детских лагерях других районов. Маргарита Шаинова, Максим Киякин, Вести Мордовия.